Добрый день! Сегодня хочу с вами записать видеообзор на такое приложение, как Риаком. Риаком находится в категории покупки в магазине для Windows 8.1 Professional. Открываем. Видим мы различные скриншоты. Всякие разные описания. На русском. Оценка 4,2, это из 10 оценок. Ну, в принципе, неплохо. Ну, 7 пятерок. Тут тройка, 2 штуки. И одна единичка. Такой колорит. Ну, а все, в принципе, пишут, что хорошее приложение. Поддерживаемый язык русский, Россия. Нажимаем кнопку «Установить». Посмотрим пока что скриншоты поближе. И видим различные скриншоты. Открываем. Уже установилось приложение. И смотрим. Меня, например, интересует недвижимость. Поиск недвижимости. Рубрика. Квартиры, да. Квартира. Купить, арендовать долгосрочно. Область. Сумская. Город любой. Район любой. Цены от любой. Так, тип валюты. Гривна. Тип цены за объект. Окей, выбираем вот так вот. Ждем, когда же она нам предложит что-то. К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено. Ну, блин, Сумская область, это, конечно, большое такое. Большой участок земли. Я думаю, здесь должно было быть хоть что-то. Ну да ладно. Видим, например, продажа квартир, долгосрочные аренды, все-все-все-все, что угодно. Так, потом автомобили, например, да? Выберем поиск автомобилей. А, да. И нас выбивает отсюда. Вот здесь я видела отзыв. Где он здесь? Вот, не работает. Выбрасывается приложение, когда выбираешь автомобиль. Сейчас еще раз попробуем. Если не получится, то попробуем другую категорию выбрать. Автомобили. И поиск автомобилей. А, все, вот со второго раза нормально. Вот. Различные такие. Различные приложения видим с фотографиями, совсем на свете. И еще одну категорию посмотрим. Другие товары. Компьютеры, телефоны, домашние животные, бытовая техника, хобби и спорт, детский мир. Короче, очень даже много всяких категорий. Котлы, мебель для кабинета, письменный стол. Что еще можно посмотреть? Оборудование. Короче, все что угодно. Можете здесь найти. И вот видим, что мы ранее смотрели. Ну, конечно, мало объявлений. А, тут можно поиск еще. Ну, последний добавленный поиск. Тогда нажимаем, просто чтобы нам все открыло. Все объявления. Ждем, пока откроется, загрузка идет. И нас опять выбросила. Поэтому
нужно с нескольких раз заходить, я так понимаю. Но сейчас у меня уже нет времени. Вот, в принципе, объявлений маловато, но они есть. Так что, как альтернативу, рассматривать можно данное приложение там каким-то другим доскам объявлений. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на наши обновления, будет еще много чего интересного. До свидания, всего доброго.